Мы должны отвернуть свои глаза от всего нечистого. Если мы хотим возрасти во спасение. Иногда мы думаем, как быть другом Богу. И я хочу напомнить один стих из книги «Притчи Соломоновых». Кто любит чистоту сердца, у того приятность на устах, тому царь друг. Утешением душе одолела меня скорбь моя. Повелений твоих не забуду вовек, и ведь жизни вернул ты меня. Твой я, спаси меня, наставлений твоих жажду. Твой я, вразуми меня, откровения твои познаю. Истомились глаза, ожидая душе моей, я спасение твое. Откровения твои познаю. Откровения.